Привет, дорогие геймеры! Начнем нашу программу, а начнем мы ее с рассмотра ваших писем и ответов на бывший конкурс, который мы задавали в прошлой передаче. Что ж я скажу? Ответили многие, но видно, что все отвечали по каталогу, который приобрели, конечно, у нас в салоне бонус. Поэтому победителей нет. Вы даже запятые даже не переставили. Списали все с каталога и все. Надо было хоть что-нибудь от себя добавить там. Я вот прошел туда, зашел туда, зашел за то дерево, построил базу там или там. Ну, кто играл в Red Alert, меня, конечно, поймет. А будем смотреть ваши письма, что же вы нам пишете. Пришло очень большое количество писем, очень много интересных рисунков. Вот Идельбеков Марат нам даже прислал целую поэму на двух листочках. Ее всю зачитать мы не можем, молодцы ребята. Также нам понравились рисунки. Это вот Хусаинова Альберта. Он прислал целую серию рисунков по игре Mortal Kombat. Попозже мы покажем вам, ребята, их. Также мне понравился рисунок. Это Максимова Максима. Он очень хорошо рисует. Рисунок обалденный. Сейчас я его разверну, вам покажу. Рисован он карандашом. Тоже очень сложно рисовать такие рисунки. И посмотрите, как хорошо все нарисовано. Да, у Максима Максимова есть талант к этому. И очень много интересных писем. Пишите вы стихи, пишите рисунки, рисуете. И даже у нас вот есть, даже комиксы рисуют. Это нам нарисовали свои комиксы, это геймеры, они себя так называются, Токсик и Упырь. Мы все, конечно, рисунки вам показать не сможем, но кое-какую часть, которую вы нам прислали на конкурс, мы вам покажем сегодня. Ну, перейдем, конечно, к передаче. Что же у нас сегодня интересного будет? А будет сегодня у нас интересного насчет игр, будет вам рассказывать Сир Макс. А я пока расскажу о новостях салона бонус. Впереди первомайские праздники. Мы вас поздравляем с праздником трудящихся геймеров. Вы, конечно, будете трудиться у своих джойстиков. Но в эти дни мы будем работать, как обычно, с 10 до 7 это ДК «Авангард», что находится по улице Аксакова, 94. И филиалы тоже так же будут работать, как и в обычные дни. Так что мы вас ждем. Приходите к нам, наши филиалы, наш главной салон «Бонус». Для любителей компьютерных игр, то есть для компьютерщиков, я могу сказать такие веселые новости. У нас появилась в продаже и в обмене такие диски, которые вы все ждете и желаете приобрести и хотите поиграть. Это новая игрушка, которую многие за ней гоняются. Это StarCraft. Она русифицированная версия вышла. Так что приходите, мы вас ждем. Это очень обалденная тактическая игрушка. Стратегия. Также появился это Duck Omen. Вторая часть. И также еще две игрушки, которые заслуживают внимания. Это Star Wars Revolution и Fallout. Тоже русская версия. Это Fallout похоже на Diablo. Эти игрушки у нас появились в салоне бонус в компьютерном отделе. Что еще нового? Мы проводим, вы знаете, что проходит месячник по приставке Sony PlayStation. У нас есть все, что вы хотите для приставки Sony PlayStation. В этот раз я не буду вам показывать, как работает видеомодуль для этой приставки, потому что вы уже видели в прошедших передачах, что это такое. Но если вас заинтересует или заинтересует ваших родителей, вы можете позвонить к нам по телефону, обо всем спросить, или можете же прийти к нам в салон бонус по улице Аксакова 94 и своими глазами увидеть, как он действует и как работает этот модуль для приставки Sony PlayStation. Но не забывайте, что в салонах бонус продаются не только Sony PlayStation, также у нас есть и Sega, и картриджи к ним, и также 8-битные приставки. Сейчас у нас в наличии есть вот такая приставка Super. Она полностью укомплектованная, без всяких... Вам ничего не надо будет больше покупать. В нее входит и картридж, и пистолет, и два джойстика. Очень удобно и очень хорошо для начинающих геймеров. 8-битная приставка, такая вот небольшая коробочка и все содержащее в ней. Конечно же, у нас есть гарантия на все, что вы приобретаете в салонах бонус. У нас все гарантировано. Ну а теперь перейдем к играм. То есть мы не перейдем сперва к играм, а сейчас... Я хочу вас познакомить с одним из геймеров, который выиграл в прошлой передаче, то есть в прошлом вопросе о аркадных играх. Сейчас мы с ним познакомимся. Ну вот у нас в студии один из победителей
программа прошлой, то есть прошлой викторины, Нечаев Сергей. Ну что, Сергей, расскажи про себя, как ты играешь, во что ты играешь, что ты любишь. Ну, у меня есть приставка Sega, и мне очень нравится играть в компьютерные видеоигры. Ну и, как понимаете, результат уже налицо. Я вот... Он уже у нас победитель. Да. А по секрету я скажу, что он выиграл. Выиграл он месячный обменный талон в салоне бонус. То есть он придет со своим картриджем, мы ему дадим месячный обменный талон. И у нас он сможет менять свои картриджи. То есть свой картридж один, он сможет у нас его обменивать. Вот такой вот интересный приз. А где ты учишься, Илья? Чем ты занимаешься вообще? Я учусь в ПУ-152 и занимаюсь свободное время компьютерными видеоиграми. Вот так, ребята. Так что вы тоже можете быть участниками нашей викторины и выиграть какой-нибудь интересный приз. Вот такого короля нам нарисовал Макс. А это нарисовал нам Ахмеров Азат. Тоже замечательный рисунок. И этот рисунок тоже нарисовал нам Инденбеков Марат. Значит, это тоже нарисовал нам Султаншин Толя. А вот это вот почти полный сериал. Их нарисовал Хусаидов Альберт. Здравствуйте, уважаемые геймеры. Добрый вечер. И сегодня в студии опять я, то есть Сир Макс. Я сегодня вам хочу показать это, значит, несколько, множество, вообще множество игр. Сегодня мы с вами увидим по гонкам. Сегодня мы проведем небольшой хит-парад по гонкам. Значит, на первом месте мы показывали вам в прошлой передаче на демо-диске. Это... Конечно же, игра Gran Turismo. Замечательная игра. Она занимает первое место в хите. В хиту. Ладно. Второе место, значит, нас делит. Это Need for Speed, третья часть. Тоже новая игра. И только Touring Car. Ну, и остальные места, конечно, нас займут. Это Speed Racer, новая игра. Rush, Extreme Racing. И... Autodestruct. Мы ее показывали недавно. А также мы вам показывали тоже в последующих передачах. Это Rapid Racer. Значит, гонки такие по воде. Катера ездят. И здесь, значит, появился у нас тоже новая игра. Это Power Boat Racer. Увидите тоже. Превосходная игра. Ну что ж, давайте будем смотреть. Твердостью сказать, что эта игра лучше из всех тех гонок, которые я вообще не увидел. Эта игра новая, она еще, можно сказать, не появилась в полной продаже, так как она выходит в свет только 8 мая. Но у нас в бонусе она уже появилась, так что можете смело приходить и ее приобретать. Говорить я вам ничего не буду про эту игру, вы увидите сами, какая есть великолепная графика, какие машины и так далее. Thank you.
Эта игра называется Need for Speed 3 часть. Новая часть, которая тоже появилась у нас в Салон Бонус. А Салон Бонус у нас находится на улице Аксакова, 94, второй этаж. Остальные филиалы у нас находятся в Орджоникидзе, который находится в Черниковке, и РТИ, который находится на остановке Ермак Уфа. Про эту игру можно сказать многое. Например, то, что здесь есть несколько режимов. Гонки с полицией и гонки просто на кубок. Ну, множество всяких тут. А птицы тоже есть, опций. Ну, смотрите и слушайте. Игра Toca Touring Car. Она не новая, но посмотрите, какая графика, какая ранжировка. Даже вот на асфальте выделяется, вернее, отражается фары задней машины. Также здесь можно врезаться в машину, и у вас повреждаются какие-то части у машины. Можно, вот вы видели. Геймеры, прикиньте своими мозгами и вспомните, или включите свою логику и поймите, кто сидит у нас в машине. А в машине у нас сидит гонщик Спиди. Эта игра сделана как раз по этому мультфильму. Все, наверное, видели этот мультфильм. Чем хороша эта игра? Тем, что здесь слишком много, даже, я скажу, слишком много всяких таких прибамбасов для машины. Она может прыгать, стрелять, скакать там. Включается камера ночного видения и так далее, и тому подобное.
Игра под названием San Francisco Rush Extreme Racing. Вот такое большое название у этой игры. Что сказать про эту игру? Ну, я вам не буду перебивно говорить, так как вы видите, то, что машины не больно-то и хорошо нарисованы. Графика, конечно, немножко отстает, но это старая игра. И, ну, поиграть, конечно, в нее можно. Есть такие люди, которым нравится, допустим, эта игра. Нравится графика, нравится сам сюжет этой игры. Аутодестракт. Игра, которую вы сейчас наблюдаете. Мы ее как-то показывали в одной из наших передач. Многие геймеры уже в нее поиграли неоднократно. В этой игре вам надо найти цель. Вот, допустим, сейчас мы нашли цель. Данной целью у нас является машина. Дальше там будут танки и разнообразная техника. Игра из жанра стрелялки. Наверное, так можно сказать. Здесь у нас есть ракеты и пулемет. Now follow the chopper, which will show you where you can replenish your ammunition. Follow the chopper and he'll lead you there. Эта игра у нас называется Power Boat Racing. Мы как-то вам показывали игру Rapid Racing. Немного похоже, но графика здесь, конечно, немножко похуже, чем та. Там были более яркие оттенки и так далее. Что здесь можно? Здесь можно у нас ехать по воде, это уже естественно. Также здесь можно нырять в воду. Можно делать два вида. Это вот, допустим, вот как мы сейчас видим, и из кабины. Очень интересный момент, когда вы погружаетесь в воду, и вид у вас из кабины. Там так поднимаются такие пузырьки всякие, и вода как будто у вас заливается в уши. Thank you.
Ну вот мы прошлись по играм, сделали небольшой хит-парад по гоночным играм. А теперь я еще хочу сказать, мы их, эти игры не будем показывать, но появились очень новые игры, тоже в салонах «Бонус», у нас в салоне «Бонус». Это, конечно, экономическая игрушка, которую все многие ждали, это «The Hospital». Кто любит экономические игры, тот меня поймет. Тут надо строить больницу, лечить людей, выращивать персонал свой, медсестер, там, туда-сюда. Очень интересная игрушка. Конечно, мне надо разобраться, надо знать язык. Но вы, многие геймеры, язык уже английский знают. Также появилась еще новая ходилка-бродилка. Мы ее будем показывать в следующих передачах. Просто у нас нету времени уже. Это Tenchi. Игрушка про ниндзя. Она чем-то похожа на Tomb Raider, но в каждой игре есть свои прибамбасы, свои нюансы. И еще одна игрушка, которую я хотел бы затронуть вниманием, мы ее тоже не будем показывать, это LoudRunner. Все играли, наверное, на 8-битном или на Sinclair. Раньше она была на Sinclair, теперь вот она появилась на Sony PlayStation. Кстати, в 8-битном формате есть похожая игрушка Tiny Toon, где Tiny Toon собирает морковку и убегает от волка. Тут тоже самая игрушка, но тут более 200 или 300 уровней. Очень интересная игра. Тоже на развитие своего интеллекта. А теперь, к концу нашей программы, небольшой конкурс. А конкурс пройдет у нас по 16-битному формату, то есть по Sega совместимым приставкам. Все вы нам рисуете Mortal Kombat постоянно, постоянно пишете про Mortal Kombat. И поэтому будет вопрос затронут именно этой игры. Вопрос такой. Напишите нам, как, чтобы во время игры на поле, на вашем игровом, то есть на поле Mortal Kombat, именно в ультимейте только это можно сделать. Уже подсказка есть небольшая для вас. Чтобы одновременно вышло три игрока. Напишите нам, что надо сделать, чтобы на Mortal Kombat Ultimate появилось одновременно три бойца. Не игрока, а три бойца. Так что мы ждем ваших писем. До свидания. Хорошо вам встретить праздники. А еще, что хочу сказать. Наконец начинается у нас весна. И везде освободился у нас асфальт от снега. Снег у нас растаял, появился асфальт. И, конечно же, мы хотим кататься на роликах. И, конечно же, мы придем в салон «Бонус» и эти ролики выберем себе. В салонах «Бонус» у нас есть роликовые коньки. Так что приходите к нам, мы вас ждем. До свидания. Пока.